Обожаю я зловещие места, там, где человек главное богатство, недр где еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интересней. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку. 18-й квадрат, черная воронка. Все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет штыковую с матом. И деревья все вверх дном, пусть растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морошка. Над землею месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.